Я доктор Неболит. Расскажу вам, как понять, что у человека туберкулез органов дыхания. Когда палочки Коха начинают размножаться в организме, появляются симптомы заболевания. Человек чувствует слабость, головную боль, у него пропадает аппетит, он начинает худеть, появляется потливость, особенно по ночам. Температура тела может повышаться до 37-37,5 градусов. Симптом, на который нужно обратить особое внимание, это кашель более 2 недель. Очень похоже на признаки простудных заболеваний, не так ли? Поэтому, как только вы заметите эти симптомы, обратитесь к семейному врачу. Он назначит необходимые обследования и поставит диагноз. Чем раньше выявить туберкулез, тем лучше он поддается лечению. Современная медицина позволяет полностью вылечиться от этого заболевания.